взлетать? Да. Так, парни, кто выруливает на этот? Все, взлетаем. Да я выруливаю. Так, а у нас, блядь, полоса. Олега, надо кого-то еще над мостом повесить и над колонной. Я над мостом кружусь, над калачом. Понял. Ну давайте над колонной, вы, блин, так. В усиление кого-нибудь туда надо. Кто еще остался на... Отрыв. Так, Редер, Серджик, Редер, Серджер идут на склады. Денис, нет, Денис, Фальк и Тунгус идут открыть колонну тогда, давайте. Блять, я уже над складом. Ладно. Мы с Фальком уже над складами. Ладно, так, Серега, ты где? Взлетаю. Все, ты идешь на колонну. Ты со мной идешь, я ножки выруливаю. Понял, давай. Остальные мистерам, которые взлетели, так, ну я... Парни, сейчас все кроем склады, кроме меня и ЛТ. Склады, мост и колонну. Кто дымящий на полосой проходит? Я сейчас буду садиться. Давай. Вот, Сержик на наш склад, потом Фалькс наш склад, Редер наш склад, Катлас наш склад, Туз колонна, Тунгус колонна. Гена, молния, ты где? Да я еще не возвращаюсь домой, тут заблудился. Ты че, блин? Запутал. Карту откроет буква О. Макс, меня наблюдаешь? Да, ты оторвался, да? Да. Кто сейчас на посадку заходит? Я захожу. Никого там нет. Яма, идешь крыть мост. Чистенькая полоса. Кто со ножкой летит? Да, след за дым на курсом 3.40. Олег, оно тыши. Выключил. Олег, еще раз коротко отдай. Дал. Блять, это не ты. Я пошел курсом 51. А ну еще раз дай. Дал. Блять, нет, ты да ёбаный кот. Не он. А, вон в правом гараже, по-моему. Да. Так, я винт сломал уже сам. Это пофиг, главное, что летел. Дальше выше он. Дальше машина. Курсом 90, да, вон он. Еще с набором продолжает. А ты оно, да, Лев? Да. У них теперь илов, получается, не будет. Нет, вот не пешки. Народ, да, скорее всего, на лагерь с минами полетят. Так, Олега, я, короче, с вами пойду, наверное. Ну, давай. Да, ну, пускай, давай, втроём. Но мы все равно долго не будем ходить, но мы на полчасика, потому что нам это... Потом колонну выносить. Там танки же потом. Ну. Алекс, да, кстати, Алекс, Ратибобр, Катлас. А, Миха уже не может, он уже... Все, Миха не может. Чего? У тебя фоки же больше нету, на. Нету. Все, значит, ты будешь крыть. Какая разница? Бомбу-то можно взять там весили. Какая баня? Ну, давай. Попробуем. Десятку. Не, у нас, смотри, получается, что, с того момента, как пойдут танки в атаку, нам уже смысла склады прикрывать нету. Потому что наземка появится. Да. И все. Блять. То есть все идем тогда на уничтожение танков просто. Привет. Ну да. Мы сейчас вот полчаса кроем. И все уходим на нашу артиллерию. Угу, понял. Половина кроет артиллерию, половина кроет нас, мы будем штурмить. Ну, понял. Я бы вообще там сейчас завесу, кстати, может быть, можно было сделать. Одного-двух человек вот, повесить там, ну, типа разведки, как они будут ходить. Икс, а сколько на посадку отходим? На посадку отходим заранее, где-то за минут 5. Так получается 40. А, ну нам еще летать 35 минут, короче. То есть 35 минут это в 25 минут уходим, по часам 25 минут уходим на посадку. Даже раньше, наверное, в 20 минут. В 20 минут уходим. Мы далеко тоже не полетим. Там что-то посока набирается. Что-то сейчас они, короче, глобалить походу будут. Да они сейчас пойдут на истребителях с бомбами выносить на землю просто и все. Тебе не понять, но... А что они будут выносить? Артиллерию, чувак. Артиллерии нету.
Она появляется только когда через полтора часа, когда танки пойдут. Да на склады пойдут. Ну так вот они и пойдут сейчас уже, когда закончится, они поедут всей толпой. Пилов у них не будет, соответственно, они там могут взять пешки, взять истребители с бомбами и поехать. Могут взять и все. Ну да. Поштурмить. Ну пошли, сходим. Выносится лагом двумя сбросами. Нашим артом. Так, кто сейчас над Калачом? В районе Калача. Мы. Нет, не мы. Ищу. Над Калача вообще никто не должен быть. Кого ты видишь, на какой высоте? Мест на меня заходишь. В правом мне кажется, мираже сейчас стоит. Пехи вообще вряд ли полетят. Нет, с инверсии кто-то в правом мираже идет. Кто это? Вот это я. Понял, я у тебя сзади. Так, что-то... А, вот. А ну дай коротко. Олег, да, за мной тоже идет, посмотри. Да, это Макс, или ты идет. Макс, ты там тянешься за нами, да? Ты не на меня заходишь, ты не на меня заходишь, на другого видишь. Да, вот смотри, сейчас над рекой проходит. Вы видите, яма. Идем, а, все. Да, вот да. Оно, да? Все. Тема, 1 и 2, ата. Хорошо. Серега, а ты над где? Я мостом буду висеть. Я у тебя сзади был. Блять, солнце 5000 высота ножки дал. Опа! Все, отлично. Все. Колонну можно не крыть. Мост кроем. И мост. И склады. Почему? Почему? Склады надо крыть. Еще. Нет, я говорю, скроем мост и склады. Колонну уже не колонна. Мост, по-моему, до того момента, как колонна не проехала, или нет? Нет, мост убираешь, убирается там. Мост у нас у половины, мост и колонна, ну, у половины от ПВО. Кто, кто сейчас этот, в перерыве, ну, прочитайте брифинг. Да я его там уточнил. Да, правильно Алекс сказал, Алекс правильно сказал. Да, значит надо. Блять, тупаная сука, солнце. Очки один. Тёма, давай справа от меня иди, я тебя не вижу, я влево иду. Макс, догоняй. Хорошо. Да, Тёма, он слева, ты потерял. Он слева, я справа. Так, а нахуй мы туда полетели? Ну, пройдемся к их филду и обратно. Да, вы там сейчас кого-то на развертывание можете подловить, сбивать. Четыре восемьсот максимум, Тёма. Макс. 4800, окей. Блядь, так, у меня 150 литров осталось. Может мне сходить при этого перезарядиться? Давай. Пока время есть. Давай. Ты же раньше вас вылетел. Тёма, левее, уходим чуть-чуть. Ага. О, блин, мост атакует. Мост стреляет вообще. Да ты чё? Где? Да, мост херачит. Да вот, зенитки начали бить. Да. Наш пост атакован. Я только отвернул на фил. Блять, а я вот над мостом не вижу ни хера. Всё, у нас уже нету моста, блядь. Кто-то низко прошел. Ну давайте, атакуйте его. Только не все сразу толпой там. Двое кто-нибудь атакуйте, убейте его. Это танки есть, могут получать враги или что? Да нет, это двадцатки там у нас, зениток не будет двадцаток больше. Пеха, кстати. А кто на нее пикирует? Яма пикирует. Попал или ага, за... по ней попал. Ты... Захожу. Она под меня ушла. Да, он вниз полез. Тём, я на север, Тём. Хорошо. Заберешь?
хрен знает. Не, надо осторожно его, то запокашет. Опа, есть контакт, внимание, есть контакт. Макс, Тёма, внимание, есть контакт, идет. Где? У меня под левым крылом низко от филда. Принято, 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 принято. Так, у нас над мостами инверсия в левом мираже. Я. Пара. Ёперсет, она меня сбила. Пару, я одного вижу. Ты об нее врезался. Пару под нами идет. Да? Да, а там слетело что-то от нее. А, все, вижу. Атакуйте. Нет, ту пару, я вот этого третьего атакую. Понял. Принято, принято. Пару атакуйте, Тёма. Все, вижу, вижу, вижу. А по кому Чизен стреляет с моста, да? Чего я не понял. Заклинило зенитку, все клинило. Мост уничтожен, уходить надо к этому заводу. Да тоже помогайте мне на пару. Блять, оно дал же этот кто-то, блять. Да пикирую, пикирую, пикирую. Окей, 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 захожу на них. Так, давай. Левого дальнего, ой, левого ближнего, атакуем с него, начинаем. Да-да-да, я его не замыкаю еще. Так, увидел. Так, я за левым, вот за дальним которым. Блять. Короче, мосты все, дальше не кроем, да? Да. Да лучше, мне кажется, уже вам вот туда развернуть. Блять, потерял их здесь. Может, филдам кто-нибудь? Завод? Да, так, да, я своего, кажется, еще пока не потерял. Тут вот надо Олегу помогать. Пошли, Олег, где вы еще раз? Так, мы в квадрате у Песковки. Квадрат 300... 305. Принято. Блин, 305 это наш. Так, кто дымящий? Я копью. Вот это. Тёма, ты рядом? Давай. Да, 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 да. Так, еще один есть тут-то. Внимание. Ты точно в 305-м квадрате? Это наш фил. 305-й это наш квадрат. Даватка, стараватка, блядь. 308. Песковатка, песковатка. Так, то вправо, блядь, да ёб, 6, 6, 6, 6. Блядь, я 6, блядь. Ёбаный в рот. Спасибо за прикрытие. Тёма, Тёма, 6, Тёма, Тёма, 6, 6, 6, 6. Блять, Олег. Да я, блядь, я думал, вы там справитесь, что ты его так долго хуярил-то, блядь. Молодец, блядь. Так, ушел наверх. Я хуярил. Готов. Блядь, реально. Тёма, еще один. Да понял, понял, понял. Блядь, понял. Макс, я тебя оставил вместе, блядь, с Тёмой, блядь. Я вообще другого бил. Я говорю, посмотри, ты видел, блядь, дымящего, я так. Тёма, пошли за мной, я вижу того. Иду, 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 я иду, я за тобой. Он отлаж на груди принял 37 калибр, блядь. Ну чё, где? Тебе нужна эта самая. Это наш. Ты его видишь, Олег? Чё, блядь, он в облако зашел, блядь, не вижу. Понял. Вроде там мясо. Блядь, где он, нахуй, ёбаный в рот. Надо оба филда перекрыть, чтобы не взлетали, сволочи. Да, конечно, конечно. Привет, Кирси. Вырезать зенитки. Привет. Привет, и остальных. Ты за мной тем идешь? Все, вижу, он сзади нас в облаках прячется. На песковатку? На песковатку, потом справа к филдам пойдем. Понял. Наша колонна уже прошла. Он в облаке слева на 1 часов. Вижу. Слушай, а там двое, там по двое или трое, блядь. В облаке? Там под облаком трое, нахуй. Под облаком три самолета, блядь. Блядь, я не вижу, нахуй, где он, сука, там. 6-6-6, проверь! А, все, понял, это ты на него. Эх, мы обиделся. Вижу, вижу, вижу. Все, Тёма, давай, давай, работаем. Парни, давайте подходите сюда. Макс, скажи, давай, где мы находимся им? Скажи, где мы находимся. А ебу я, блядь, ебу. Всем подходить или нет? Да можно всем я подходить. Уже... Давай, куда подхожу. Квадрат. Эскаватка. Какие высоты? Ноль. Квадрат 273. Так, сбил. Ну или что-то там от него отвалилось, нахуй. Ведь не сбил, но навалил как надо, да? Ну да, 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 что-то в окно ему там закинул, блядь. Так, я уже почти подождать, я не вижу Олег, никого. Олег, давай, давай, держись, держись, сейчас попробую его на подвесоне. Блядь, далеко я, сука, не успеваю.
Че? Блядь. Да. Успел маленечко. Вверх уходи. Да, 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 конечно. Кого не вижу, блядь. Мы слово песковатка, прям над словом песковатка. Понял, да. понял. Блять. Я вас не вижу. Складов тоже народ снимается или как? Нет еще, склады надо прикрывать, пока. Так, потом... есть РВ одному отстрелил на. Ну вот этот мой так, сука, что-то и не понял. Тёма, вот за мной дымящий сейчас будет вывешиваться на. Да вижу. Вот я, да, я на него захожу. Кто из наших на складами вылез на инверсию? Есть такие? Да, есть. Ага, все понял. Блядь. Патка, да где вы, ёпта? Прям в облаке над песковаткой слово, песковатка. У нас человек в воздухе красный, где они есть? Пробил так его еще, Тёма. Собираются. А, собираются. Могут... Хорошее дело. Сейчас под финиш попробовать там бомбами, не знаю даже. Так мы можем перекрыть под финиш, да, или сколько, и все на этом ничего не попробуем. Ну, в принципе, да, но видишь, они сейчас уже скорее всего взлетели, и непонятно, успеешь ты их там перекрыть. Это надо было прямо дежурить возле филдов. Было два свободных человека, можно было отправить там к одному и к другому, чтобы просто мониторить, сколько оттуда туда полетит, все. Блин, я вас не вижу, блин. Ну спустись ты пониже, ёб, слово песковатка, слово, не деревня, блять, а слово ебучее, слово, блять, на карте написано, нахуй. Да этот фил, где фил? Песковатка. Там слово написано в двух местах, кстати. Вот над нами какой-то... Во, Фока пикирует к нам, кажется. 273-й А, вот вы где, ёпты. Не, ну вас там два мистера или три гоняют. Я вижу. Одного. Два яка здесь, внимание, два яка гоняем, двоих яков, блядь, в облаках. Порвет, да, один. Я тут мажу, блядь, безбожно, ёбаный в рот, нахуй. Песковатку вижу, а от меня, блядь. Сережа, ты там? Это связь заживала. Да ё-моё, они под облаками здесь. Да, в облаке нихера не видно, блядь. Да я говорю, он... Вот он вышел. По-моему, вверх где? Я оно дал, блядь. Меня не срежь, нахуй. Не, вот яков. Там стоит. Блять, хорошо. Сережа, ты здесь? На бетховатке или? Вот он, Яка, смотри. Все, умер Яка, молодцы. Бьет Яка. Еще один? Спасибо. Да, вон над облаком. Открыл ее, смотри. Сверху. Вот я с ним сейчас буду прыгать, смотри. Блять, не вижу нас. Где? У вас, вот, смотри. А, готов, все, убил его. Молодцы, ну. Набираем высоту. Эстоватка. Об, еще якорь. Ё, якорь, ё. Оно, дай, где? Аношечки. Да тут же, на словом пистоватка. Да, он тут. Стоит. Захожу. Вверх тянет. Вижу, сейчас атакую. Полторы, на две выходим. А, хорошо, это лапка. Блин, лапочка, иди сюда, сука. Я сгорел. А, вижу, но... Ну вот воровать-то не надо вот. Че ты говоришь? Старый, блядь, охуелый, блядь, воровать. Пистоватка, ёпта. Спиздить хотел технично, нахуй. Списковать его, блядь. Ладно. Вообще шикардос, просто шикардос. Так, истребители, выдвигайтесь к филду на самофаловка, нахуй. Какой филд? Молния, Фальк, выдвигайтесь на самофаловка, блядь. Е, оно есть. Так, я а мы что, у меня еще полмагазина, в принципе. Да, мы тоже. Так ты включи, чтобы это, там же тут же GPS-ка есть. GPS же есть. Слышь, мужики, Олег, что мне делать? Я
А ты чё, подожди, нет, ты ничего не бери, подожди, куда там берешь? Ты пока сиди, курина. Я сегодня жирки. Щуки, блядь, кури, да, блядь, так. Молния, стой, ты давай. Макс, через 15 минут, через 15 минут. Добрали. Что там, бомбы с бомбами брать или нет? Да, с бомбами будем брать. 500-ку возьми, блядь. Так, Тёма, ты где? Давай соберемся, я тебя не вижу. Ты где? Оно дал. Вижу тебя, вижу тебя. Выдвигайся на север. Василич, оножки хуйня. Дал. Андрей, горят. Боба, ты что, як что ли еще один? Еще один як, ёпты. Справа як, справа оножки дал, справа мне як, моя высота на него пошел. А высота твоя какая, говори? Высота 3000. Вижу тебя. Понял. Справа, справа от меня як, две машины там, две машины. Дай оножки, кто, у кого, где якина? Пистоватка? Вижу, наблюдаю, я слева. На яка пошел. Все, вижу, да. Там он, Сержик там. Сержик? Да, хорошо. Да, гордос. Какой квадрат, Серега? Пистоватка. Южнее этой пистоватки, этой ебаной. 346 квадрат где-то. Ой, тут что-то много гонов. 346, нихера себе. Я тут рядышком. А куда? Кто таким догоняет? Кого? Да, мы там это полетели, я не знаю, мессера там раз, два, Серег, три, там так работаешь, там пиздец какой-то, ебать, творится нахуй. И тут раз, да. Два, пять контактов, вы чё? У меня два якоря, два якоря. 346, все квадрат 346 пошли. У меня два якоря было. Они за тобой идут или что? Ну что-то Карповки, где-то тут какая-то это. Кавалькада, ну мы подходим. Ничего я не вижу, вы там не люди кучи, блядь. Да, да. Ой, да, ребят, тут очень много гонов, южнее песковатки. Вижу, подходим. Тут куча мала, пипец. Ебать, кошмар, такое. Пиздос, ебать. Вверх, як тянет, да? Так заход на мессера, як заходит. Так, вот. Сейчас настрелим. Yeah. Так, ребята, главное демократы. Сейчас не проебите, вот, в общем, помните, блядь, свою 6 тоже нахуй. Ну сейчас за... Да одним яком гоняетесь? Там двое. Конечно, это значит. Одного уже сожгли вроде, нет? 6-6-6-6, тублем, став, блядь, 6-6-6-6, плотно, блядь! Кого задымили? Из белого нет? Нет. Оп. Чисто, чисто, он чисто, падает. Чисто. Чё кто-то, блядь. Я ёбаный яхт ты, блядь. Внизу он коптит. Кто-то на него заходит, по-моему, да? Виражик в правом стоит. Аккуратно. Сейчас я его отжимать буду. У меня топлива немного, я его сейчас сюда, блядь, покручу, нахуй помотаю, блядь. На ножки заходит Делано. Вытягиваю дымящего, не пошел за мной. Я думал, мы там убили уже дымящего. Песковатка. Так, он прыгнул. Все, прыгнул. Готов. Так, все, высоту набираем. Так, осталось 10 минут. Короче, все, я отхожу, Алекс, отходим. Я отхожу, Адлер отходим. Чё, машины? Макс, готовься взлетать, да, пошли за фоками. Куда летим, народ? Куда летим-то? Михалыч, вы сейчас летите к нашим артам. К нашим артам. Все летят к нашим артам. Будете крыть наши арты сейчас, все. Фальк, Тунгус. Молния, туз, кроют. У меня самолеты кончились. Его кроют, но я не понял, повторить. Кроют нас у их танков. Ага. Олега, погоди, скажи, когда топливо мало. Самое, когда начнется танковая атака, что через 15 себе. Минут начнется. А, ну все. Ну то есть мы будем 15 минут, мы пока прикрываем этот. Да, наши. Да, завод надо прикрывать, да. Так, я тогда, у меня топлива мало, я к заводу и обратно, на посадку.
А лучше сразу. Лучше давайте сразу все на посадку, у кого топлива мало. На перезарядку, на посадку. Давайте, осталось 15 минут где-то. А что за хрен дымящий? Оба, Сержик упал. Что это такое было? О, там кто-то столкнулись в небе, походу. Кто там был? Кто-то столкнулся, походу, дело. Такой взрыв мощный был. Домой кто идет, ровно не летим. О! Так, северная так, группа смотри, будет атаковать. Смотри, Олег, и все тогда получается, выступаю. Завод можно не прикрывать уже? Да. Все, да, да, завод все. А северная группа это где? Вот на карте посмотри. Аэродром она будет атаковать. 344. Они через 15 минут пойдут. Икс, я на штуке уже начинаю взлетать. Взлетай, давай. Пока не, а погоди, тогда нам прикрывать или не прикрывать завод? Пока ничего не... Завод все уже не стоит прикрывать, все. Он нахер никому не нужен. Не, не, я не знаю. Не актуален. Да, 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 да. Не, ну по ну, идее ладно. Же завод уже не надо же прикрывать, если уже сообщение вышло, правильно? Танки уже да, все. Но это их ниже танки пошли, не наши. Так у нас да. Артиллерия. У нас артиллерия не, должна нас посчитаться. Артиллерия. Не, ну лучше тогда поприкрывать, сейчас, по-моему, заключительная стадия. Сейчас танковая атака. Все, отродите пиздец. Не, она-то не началась еще. Макс, ой, минут. Давай. До этого времени навряд. 70 топлива, Макс, 70 топлива. Да нет, блядь, даже 60, наверное, блядь. Давай, ладно, 70, берем все 70 топлива, если нормально нам. Да хуя, да хуя. Да, блядь, пикирует нормально, быстрее разгоняться будешь, стебываться. Падать быстрее. Ты нахуй догонишь, блядь, ты нахуй въебал, пиздец тебе нахуй. Не, ну реально. Блядь, это линия фронта, да, иди. Да. Ну потом-то ты, потом-то ты будешь истреблять. Блять. Бомбу. Бомбу бери. Ты сможешь попасть полтинниками? Бери полтинниками. А лучше бери тогда 250-ку. Ладно, 500-ку бери. Народ, для победы красным достаточно помочь своим танкам выиграть одну атаку. Хотя бы да. Танк должен достичь филда в калаче. Да. Поэтому нам надо, блядь, поэтому, защитить блядь... нашу арту и да. Выносить ихние танки. Да, да, танки нам надо выносить. Иначе все, что мы выносили, это на смарку мы проиграем. Ну все, мы все и готовы, что. Карта вообще про красное, блядь, сделано, что вы хотели. Надо, мне кажется, вот здесь сейчас свободных, кто есть, вот кто на мессерах идет, смог вообще за смоном выстрелить, чтобы не дать им просто подходить. Так, да, да. У меня уже на пол с бомбами будут, они нам вынесут на землю, нахрена. Парни, а может быть это, рискнем и все, блядь, берем бомбы нам, все, и мессера тоже, сбрасываем на танки, и мессера... В принципе, вариант. Да, на мессера бросать. Все нахуй ебашки, блядь. А боги закидывайте все, блядь, к ебеням. Бомбу сбросил, убил. И ушел, да. Да. В принципе, да. А я буду ходить чисто отбомбил кататься, на филд. Да? Да, на филд нахуй за новые партии бомб. Я 500 килограмм нахуй возьму, блядь, в ходе ебну и дальше буду, блядь, да. Тоже стрелять. Давай. Все сейчас, пока все долетят.